Действующие вулканы представляют опасность по ряду причин. Сам по себе спящий вулкан очень опасен. Он в любое время может проснуться и начать извергать потоки лавы, растекающиеся на множество километров. Поэтому не стоит селиться вблизи таких вулканов. Если вулкан располагается на острове, то может возникнуть такое опасное явление, как цунами. Цунами – это огромная волна, которая смывает все на своем пути. Но несмотря на свою опасность, вулканы могут сослужить человечеству хорошую службу. В ходе извержения вулкана появляется большое количество металлов, которые можно использовать в промышленности. Вулкан порождает крепчайшие горные породы, которые можно использовать для строительства. Вследствие извержения вулкана появляется пемза, которую можно использовать в производстве канцелярских резинок и зубной пасты. Извержение вулкана – это очень опасно. Почему некоторые из них с разной периодичностью извергают огромные потоки лавы, а другие мирно спят столетиями? Для того, чтобы понять, как происходит извержение, нужно знать, из чего состоит вулкан. Его компонентами являются вулканический очаг, жерло и кратеры. Вулканическим очагом называют место, где образуется лава. Жерло – это особый канал, соединяющий очаг с поверхностью Земли. Кратер – это небольшое углубление в форме чаши. Его размер может достигать нескольких километров. Лава постоянно находится под сильным давлением, поэтому над ней в любое время есть облако газов, толкающих ее к поверхности Земли. Для того, чтобы посмотреть на это удивительное зрелище, совершенно не обязательно ехать на место событий. Включите интернет, посмотрите видео. Это совершенно безопасно. Вулкан напоминает гору. Внутри него есть геологический разлом. Через него наружу извергается магма, которая очень сильно раскалена. Большая часть вулканов на Земле появилась несколько столетий назад, но сейчас же они появляются реже. Если объяснять всю суть извержения вулкана, то это будет выглядеть следующим образом. Под земной корой, под сильным давлением, находится магма. Она сильно раскалена. Когда в земной коре возникают трещины, магма выходит наверх, и она застывает. И получаются горы, они растут все выше и выше. Когда извергается вулкан, получаются вулканические газы. Они-то и опасны для человечества и окружающей среды. В чем секрет блуждающих камней? Большое внимание ученых и простых людей привлекает высохшее озеро Рейс-Трек-Плая, которое находится в Соединенных Штатах Америки в парке Долина Смерти. По дну озера без чьей-либо помощи передвигаются камни. Камни могут переворачиваться. Движущиеся камни передвигаются раз в 2-3 года, оставляя за собой след. Феноменальное явление долго оставалось загадкой. В 2014 году ученые нашли источник движения. Это тонкий лед, который образуется в морозные ночи. Лед передвигает камни за счет подледного течения и ветра. Пейзажи высохшего озера напоминают что-то космическое. Не зря здесь снимали множество фильмов. Один из самых популярных – «Звездные войны», эпизод 4 «Новая надежда». Чем опасны вулканы? Вулкан сам по себе очень опасен, но и спящий вулкан очень опасен. Он может начать извергать потоки в любой момент. Поэтому не стоит селиться вблизи таких вулканов. В случае извержения вулкана на острове может возникнуть такое явление, как цунами. Несмотря на опасность вулкана, вулкан может принести большую пользу человечеству. Например, в ходе извержения вулкана появляется большое количество металлов, которые можно использовать в промышленности. В ходе извержения вулкана появляется пемза, которую можно использовать в промышленности. А еще из нее делаются канцелярские резинки и зубная паста.